Утро воскресенья. В квартире звучат вальсы великого Штрауса. А почему они звучат? Потому что Саше в темпе вальса нужно убираться. А, как известно, нет ничего лучше, чем приход гостей для состояния квартиры, потому что она, естественно, убирается к их приходу. Она, в принципе, в более-менее приличном состоянии, скажем так, для меня. Но, естественно, к приходу гостей нужно чуть-чуть получше ее убрать. И сделать так, чтобы здесь было уютно и хорошо. Вот, в том числе пропылесосить, помыть полы, там вот это все. Пыль протереть наконец-то. Вот так вот. Ко мне придет гость Сатурнина для того, чтобы в выходной день мы решили заняться искусством. У нас будет арт-проект. У меня тут мало того, что было много всяких приспособлений для занятий творчеством, но еще прибавилось. Например, вот прибавились у нас в большом количестве холсты, наклеенные на оргалит. Прибавились вот такие вот всякие холстики, в том числе черные, кстати, загрунтованные. Прибавились, я купила кучу рам, вот, потому что я осознала, что нужно как-то в рамы ставить картину, потому что любая фигня, когда она вставлена в раму, сразу как-то выглядит гораздо привлекательнее. Вот так вот. Ну, допустим, вот, например, вот это вот. Без рамки смотрелось куда позорнее. А в рамке вроде как это. Я художник, я так вижу. Вот. Но на самом деле тут надо дерево подправлять. Вот. Вот так вот. Или там, например, там вот эти вот две картины. Тоже они без рамки смотрелись куда хуже. Вот. А прям в рамке, прям вот тоже, да. Я художник, я так вижу. Вот. Вот так вот. В общем, да. А у нас будет арт-проект. Я надеюсь, я сниму для вас видео, как мы его делали. Ну и в связи с этим, вот в следующие пару часов в темпе вальса я буду убираться. Моюсь я себе в душе, никого не трогаю. И тут вдруг какие-то очень такие громкие 4 бипа, такие бип-бип-бип. Причем не так, как пожарная сигнализация звучит, а какой-то другой звук был, очень странный. А и слышу сирены одна за другой, причем вот все в нашу сторону. Вот, я не поняла, что это было, но вот с балкона сейчас смотрю, оделась, вышла, стоят две машины, одна пожарная, другая не знаю, что за машина, не вижу, не могу понять, но не похоже на этот, на скорую помощь, мне кажется, это что-то еще. Ну, в общем, короче, да, вот, приехали товарищи, все моргают, не знаю, что такое. Может быть, нам потом пришлют письмо, что это было. Но, в общем, да, мы все тут как один столпились. Не знаю, зачем. Может, что-то в жилом комплексе произошло. Так, ну что, вот белыми вспышками мигают дымовые детекторы с надписью «Пожар». Вот, и автоматически закрылись двери. А ко мне как раз приехала Сатурнина, надо идти ее встречать. Не знаю, как мы сейчас это будем делать. Что-то мне подсказывает, что лифт не работает. Я не знаю, вызовется или нет. А запашок, кстати, есть такой легкий запах дымка. Мне кажется, у кого-то бисквит подгорел, вот какая-то еда на кухне подгорела. Ну что, неужели лифт придет? Да ладно, обалдеть. В итоге выяснилось, что в гараже кто-то снес пожарный разбрызгиватель, и из-за этого сработала сигнализация. И в итоге к нам с сиренами приехали 4 пожарных машины. У нас 2 товарища сбежали из клетки, и тут теперь ныкаются по саду, гуляют. Явно вот с виноватым видом. Они вот оттуда прибежали, причем там их товарищи в клетках все еще сидят. Да? То есть это не то, что всех выпустили погулять, нет. Это эти 2 просто, мне кажется, тихо сбежали в самоволку. О, gosh, they're having so much fun! Finally, freedom! Just running completely free? They're different size. Are they like boy and girl or? I don't know. Or just, you know, one was eating better and another one was not eating so well? Мы придумывали квадриптих для Сатурнины в стиле абстракционизм.
Вот ее эксперименты с разными цветами и текстурами. В итоге ей больше всего понравилось вот это стадо ежей, которое получилось в процессе экспериментов. Нам страшно понравилось заниматься вместе творчеством, и мы договорились, что обязательно доделаем абстракцию, и это как раз загрунтованные под нее холсты.